Привет, друзья! Вы на канале «Каревая жизнь на Кипре». Сегодня 23 мая, температура воздуха плюс 27 градусов. И мы решили погулять с вами в красивом месте, в винодельне, рассказать вам последние новости Кипра и показать, какая у нас вокруг красота. Пойдемте погуляем! Сейчас мы с вами прогуляемся по очень красивому отельному комплексу, а также здесь расположены винодельня, здесь растут виноградники, из которого делают очень вкусное вино, которое называется «Этель». Это название вина в честь имени жены хозяина. Это люди с Израиля. Они давно мечтали, всегда мечтали открыть свою винодельню. К сожалению, уже жены не стало, но вот виноград растет, в честь нее вино. В общем, все, как она мечтала. Такая, на самом деле, грустная история, но мне это место очень нравится, оно такое атмосферное. И, ну, тут очень красивые виды. Я хочу, чтобы вы погуляли. Здесь отель 18+. Люди приезжают сюда, взрослые, отдохнуть, расслабиться. Здесь есть номера. В общем, если вы решите релакснуть в районе Гирны, Алсанжак, приезжайте. И начнем мы с вами сегодня с новостей хороших. Самой главной новостью, очень хорошей для всех, это то, что с 1 июня на нашем любимом острове, на Северном Кипре, отменяют ковидные ограничения. Будут отменены все требования к ношению масок, ПЦР, сертификатам. Также отменят ПЦР-тестирование по прилету на остров, и больше не надо будет заполнять никакие ГУВНДКалы, АДАПАСы и прочее. В общем, свобода. Еще немного хороших новостей вам расскажу. Министр транспорта Северного Кипра заявил, что строительные работы на площадке нового аэропорта Эрджана будут завершены к 20 июля. Так что скоро у нас откроется новый аэропорт, оборудованный по последнему слову техники, и который сможет предложить более комфортные условия для пассажиров, чем в старый аэропорт. Также министр рассказал, что сейчас ведутся переговоры с Турцией, чтобы изменить статус рейсов на Северный Кипр с международных на внутренние. Это будет сделано с целью снизить цены на билеты из Турции на Северный Кипр. Лететь на Северный Кипр, например, со Стамбула, 1:20, а стоимость билета порой как будто летишь вообще в какую-то очень, ну, $200 был билет в одну сторону совсем недавно со Стамбула. Вы представляете? В то время как летом, зимой люди летали за $40-50 в одну сторону. Даже, по-моему, в обе стороны мне рассказывали. Вот. И мы надеемся, что вот будет уже договоренность и цены снизятся, потому что самое главное для всех тема, как добраться на Северный Кипр. И, конечно, не хочется, чтобы это очень так отражалось на кошельке. Этот остров хочется, чтобы себя позиционировал как отдых достаточно эконом-варианта, что недалеко лететь, недорого, в любой момент собрался и полетел, отдохнул, снял апартаменты и наслаждаешься. Как, в принципе, было и раньше. Также для вас такую вот новость расскажу по поводу ВНЖ. Как вы, наверное, знаете, Турция
изменила правила выдачи ВНЖ. Ну, внесла определенные такие ужесточения. И поэтому очень много людей, которые планировали ехать в Турцию, изменили свои намерения и обратили свой взор в сторону Северного Кипра. Вкратце расскажу самые значимые изменения. Туристический ВНЖ, который раньше оформляла львиная доля приезжающих в страну, теперь первый раз выдают максимум на 6 месяцев. Это означает, что вы можете находиться в Турции только полгода. И по истечении этого срока надо будет выехать из страны, и попасть туда вы сможете только через полгода. Поэтому на Северном Кипре вы сможете без проблем оформить ВНЖ сразу на год, а далее вы сможете и на 2 года открыть. Вы сможете открыть ВНЖ на основании покупки недвижимости, которая, кстати, на порядок дешевле, чем в Турции. И плюс несравнимо более развитая инфраструктура в комплексах новых, либо по договору аренды. Я для вас стараюсь находить красивые места, чтобы вы получали эстетическое удовольствие, просматривая наше видео. Вот в таком красивом месте мы находимся, в отеле «Виноградники». Вот в этом отеле есть такая спа-зона с тренажерным залом, с хамамами. И посмотрите, с каким классным джакузи. В таком джакузи когда-то балдели. Шикарным видом на море, на горы. Очень хорошее место. На Северном Кипре разные места есть, на разный вкус. И для любителей шика, лоска, лакшери. И для любителей такой деревенской жизни. В общем, все на любой вкус, на любой кошелек. Следующая новость касается людей, которые хотят прилететь на Северный Кипр из России. И вот я как уже сказала, что не секрет, что рейсов катастрофически не хватает, поэтому цены на авиаперелеты в Турцию стремятся в космос, и также ну, с Турции на Вирджан, на Северный Кипр. И в последние дни появилась информация, что компания Аэрофлот увеличивает количество вылетов. Также было известно, что в Турцию специально для авиасообщения с Россией было организовано 2 новых авиакомпании, которые должны были начать летать с начала мая. И поэтому было анонсировано, что количество рейсов до 1 июля будет увеличено до 450. Это не может не радовать. И сейчас, ну куда может, могут лететь люди без виз. В Турцию летают еще куда? В Эмираты, ну там дикая жара. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, в какие страны, куда могут полететь отдыхающие. С России, с Белоруссии, с Казахстана. И вообще напишите мне, пожалуйста, куда вы любите летать отдыхать. Вот интересно, какие планы на лето у вас. Куда вы планируете, вот мои подписчики, куда вы планируете полететь? Вы, наверное, вот смотрите ведь не просто так YouTube-каналы с теплых стран, с морей, океанов. Вот куда вы планируете полететь? Напишите, пожалуйста, будет интересно, вот ваша обратная связь. Также хочу сказать, что в связи с ажиотажами, спросом на недвижимость на Северном Кипре, очень увеличилась, как я и говорила в предыдущих видео, стоимость на аренду. Сейчас уже сезон, и долгосрочную аренду вы, ну, тяжело найти. Только если вы за полгода заплатите, за год, либо это будет такая дорогая аренда. Поэтому, кто хочет найти на долгосрок, дождитесь сентября-октября, и, я думаю, цены спадут. Ну, это не точно, потому что желающих, кстати, здесь спрос превышает предложение.
также вот пишут мне, что хотят снять на месяц, на июль, на август хотим снять. И я им говорю, стоимость посуточной аренды, да, в среднем стоит 30-40 евро. Ну, следовательно, умножить на 30, то есть в районе 1000 фунтов, ну, минимум. Это 600, это надо еще постараться найти. Это когда обращаются в компании, как-то вот цены такие, которые я озвучила. Люди хотят заработать, они купили недвижимость на курорте, на море. Она у них у многих пустовала зимой. И у них вот есть шанс с апреля по октябрь включительно как-то подзаработать. В принципе, для чего они многие ее и покупали. Это живые деньги, которые пользуются спросом хорошо. Поэтому вот тяжело с арендой. Отели, которые вот возле нас, этот отель зимой стоил 60 евро, приезжали наши подписчики. Сейчас вот приехали ребята, 120 евро они платят. Правда, у них завтрак и еще и ужин включен. А так обычный вот двухместный номер 120 евро. То есть цены, конечно, растут. И, ну, я уверена, что это во всех странах растут, тем более в курортных. Так как готовых вариантов все меньше и меньше, и со сдачей в ближайшее время, наши клиенты все больше обращают внимание на строящиеся проекты, потому что можно получить хорошую и рассрочку, а также и выгодно вложиться. Если в хороший проект вложить деньги на стадии его представления, во время сдачи ключей стоимость данной недвижимости может подняться до 100%. Скажу, что в среднем поднимается на 50%, ну 60%, есть примеры, поднимается. Также есть, где больше 20% не поднимется. То есть надо анализировать рынок. Не все под одну, вот вам сказали, так значит будет. Нет. А есть проекты, которые действительно на 100% поднимаются, это правда. И у нас есть такие примеры, когда люди покупали квартиру 3 плюс 1 за 90 тысяч фунтов, через полгода продавали уже за 120, при этом, что стройка еще не началась, вы представляете? То есть застройщик делал предпоказ, дезервировали, люди оплачивали депозиты, и вот человек решил продать. Через полгода, когда там только еще, даже котлован толком не залили. И уже стоимость, он сам, ну, так как в проекте уже не осталось квартир, то, ну вот, человек сам уже решил, сколько будет стоить его начавшаяся строиться квартира. Вот. В общем, рынок недвижимости на Северном Кипре очень интересен. Есть проект, вот, есть объекты, я вам скажу. Вот вторичный рынок на Северном Кипре можно назвать с одной стороны мертвый, а с другой стороны и не мертвый. Например, вот в моем комплексе, где мы живем, каждый день скупают, как только появляется какая-то квартира, ее сразу же покупают. Как только появляется, ее сразу же покупают. И я скажу, что цена ну, не низкая, то есть настолько пользуется популярностью. Я знаю комплексы, где ждут, когда там появится квартира на продажу. Вот я знаю комплексы, где как только появляется квартира, ее продают в течение там, недели. И, ну, в районе Скиле. И знаю комплексы в районе Гирны. Очень хорошо пользуются популярностью объекты. Поэтому говорить все так однозначно, ну, не все неоднозначно. И вот говорить, что некоторые пишут, вот там какой-то мертвый рынок, там что-то, ну, я бы не сказала. Вы знаете, у нас, вот, например, я с Минска, да, мы живем в элитном поселке. У нас определенная есть недвижимость в этом поселке, она продается за определенные деньги. Ну, сейчас, конечно, такое вообще там не то время для продаж, такое, может, не очень, я пример привела хороший. Но также есть районы, где, блин, ну вообще не продается, и хоть оно там и дешевое, намного дешевле, и оно там может годами стоять, эти квартиры, и не продаться. Поэтому я даже скажу, что люди хотят хорошие комплексы, хотят хорошую недвижимость в хорошем, удачном месте. Но так как мало таких комплексов, например, в районе Гирны, там, с охраной, с каким-то тренажерным залом, их мало. И то, что там появляются за адекватные деньги, то люди покупают. Итак, друзья, я с вами погуляла в очень красивом месте, рассказала последние новости Кипра.
хочу, чтобы вы насладились этой красотой и полюбили Северный Кипр так же, как полюбила его я. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и пишите ваши вопросы и отзывы в комментариях. До новых встреч! Жду вас на Кипре!